Всем большой и пламенный привет! Спешу поделиться с вами порцией оригинальных лайфхаков, которые в том числе на своем опыте открыла. Это те рабочие лайфхаки, которые облегчат рутину и дадут результат при помощи вещей, которые всегда есть под рукой. А также поделюсь с вами информацией, которая убережет ваше здоровье и сэкономит ваш бюджет. При этом вы будете выбирать лучшее. Начнем с практичного совета, чтобы ваш телефон не выглядел заляпанным. И когда у вас нет специальной очищающей салфетки, загляните в свою сумочку и достаньте пуховку от пудры. Большинство из нас ею не пользуются, а она просто идеальна для того, чтобы удобно и в мгновение протереть экран телефона без разводов. Проверьте сами. Раз уж затронули косметическую тему, давайте ее продолжим. Иметь полноценную палитру помад из сезонной палитры, иметь разнообразие оттенков всегда хочется. А я предложу вам вариант, когда вы всегда, в любой момент, сможете создать свою уникальную помаду и свой оттенок. У каждой из нас есть бальзам для губ и палитра теней и румян. В идеале, если они минеральные. Имея такой набор, вы всегда можете их смешать и получить любой желаемый оттенок, не тратясь. Мне помад всегда мало, поэтому такой лайфхак частенько у меня в деле. А вот в этом видео подбираю вместе с вами осеннюю палитру оттенков на основе красной помады. Чтобы создать холеное, подсвеченное изнутри личико и не выглядеть при этом как блин на масленицу, и при этом вы не рассматриваете силиконовые жидкие средства, хайлайтеры, смешайте вашу тональную основу либо минеральную основу с мелкодисперсным без блесток хайлайтером или сатиновыми тенями жемчужного оттенка. Это можно делать разово либо порционно. Этот же оттенок хайлайтера или теней поможет скрыть усталость с глаз и визуально сделать их больше. Набираем цвет на угловую кисть и наносим тени на середину слизистых глаз по нижнему веку, закрашивая именно середину. И таким образом мы создаем естественный блеск. Это выглядит очень натурально. Еще у меня для вас кулинарный лайфхак. Исключите запекание блюд в фольге и замените ее на пергамент. Так как при запекании и нагреве фольга при температуре выше 120 градусов выделяет в продукты алюминий, неблагоприятно воздействует на печень и иные органы, особенно женского организма, и в несколько раз превышает норму потребления алюминия в сутки. Продолжим тему косметических лайфхаков. Естественно, смотрите на состав, но еще обращайте внимание, чтобы в нем хотя бы на первых 5 местах не было глицерина и парабенов.
Особенно это касается декоративных и гигиенических помад и вообще любых средств для губ, так как элементарно мы их просто слизываем, и они попадают в наш организм. Эти компоненты могут провоцировать рак. Выбирайте помады и бальзамы на основе масел и восков. Срок годности у них будет меньше, зато без лишних рисков для вашего здоровья. Красота не должна быть жертвой, как в 16 веке, например, когда знатные красавицы погибали от свинцовой пудры. Понравились лайфхаки? Тогда обратите внимание на лайфхаки о том, как можно сэкономить на косметике, оставаясь при этом в изобилии выбора. Еще 100% вам пригодятся лайфхаки с уксусом. В любой сфере жизни поможет, даже для комнатных растений и сада. А еще в ежедневном уходе за собой. Вы не поверите, на уровне класса люкс. Следом оцените лайфхаки для уборки, особенно если цените свое время и занимаетесь тайм-менеджментом. Для вашего удобства ссылки на видео оставляю в описании под этим видео. А я желаю вам легких решений любых задач, встречающихся на вашем пути.